Иди ко мне поближе. Всем привет, с вами я, Чваев Маша. Сегодня еще утро, поэтому у нас будет небольшая утренняя разминочка. Вот этот мальчик уже все погулял, он сделал свою утреннюю зарядку, поэтому он сейчас пойдет отдыхать, а мы будем с вами тренироваться. И начнем мы, естественно, с разминки. Если хотите, можете делать свою разминку, если вам моя будет сложная или, наоборот, очень легкая. Итак, поехали! Филя, ты можешь идти? Ты можешь идти, пойдем. Давай, давай, давай. Иди на место. На место, давай. Иди отдыхай. Мы начинаем с шеи. Я сажусь к вам лицом. Медленно. Так как еще утро, мы не проснулись. Тянем нашу шею вправо и влево. Вперед. И назад. И так делаем несколько раз, пока вы не почувствуете, что ваша шея разогрелась. Также можно размять вот так, как бы массажем небольшим легким. Потому что утром реально мышцы не разогреты. У меня они деревянные утром. Прокручиваем круговыми движениями в правую сторону и потом сразу в левую. Итак, закончили. Дальше мы переходим к кистям наших рук. Начинаем прокручивать тоже. Потому что, если у вас что-то хрустнет, будет не очень приятно. Теперь локти в другую сторону. Вперед и назад. И также можно одной ручкой тоже плечевые суставы разработать. Итак, мы почти все разогрели. Дальше я буду показывать боком. Я беру ручки вот в такой замочек, то есть рука на руку и сзади спины, и немножечко прогибаюсь. И тянем плечики назад. Вот так вот. А теперь делаем волну. И ложимся в позу на танце. Итак, еще раз. Раз, два, три, четыре, пять. Делаем вдох, выдох. И давайте чуть-чуть спинки даем отдыхать. Итак, все. Мы на этом закончили наш разогрев, более-менее. Дальше мы будем вставать. Мы в упор присев встаем, а потом выпрямляем колени, но пятки ставим. А если у вас колени сейчас утром будут сгибаться, это ничего страшного, потому что сейчас, я думаю, мне тоже так же будет. И ничего страшного, в общем-то, будете тянуть, и все, они выпрямятся сами. Будет больно, поэтому начинаем делать это очень медленно и кропотливо. Делаем 10 раз. Итак, закончили. Немножечко садимся и вот так вот делаем колени, чтобы они немножко отдохнули. Можно не резко. И если вам приятно, вы можете взять вот так вот за носочек и коленку вот в обратную сторону.
тоже посылать туда-сюда, если вам стало чуть-чуть плохо. Мы сделали первое упражнение. Второе упражнение у нас будет похоже. Мы немножко сейчас еще раз потянем наши подколеночные подколенки. Итак, просто встаем и вот так вот делаем несколько наклонов. Итак, сделали. Дальше из этого наклона мы идем раз, два, три, четыре в планку. И обратно. Я делаю в быстром темпе, а если вам хочется или вам тяжело, то вы делаете в медленном темпе и можете сгибать немножко колени. Но если вы будете делать с прямыми коленями, то будет лучший результат. Итак, поехали. Я закончила это делать упражнение. Также вы можете все подразмять, что у вас прохрустело и так далее. А следующее упражнение у нас будет довольно несложное. Мы вставим такое положение свечки и разогреваем нашу спину. Стоим 30 секунд, можно больше. Дальше начинаем сгибать наши руки и при этом отводить плечи назад. Сгибаем, разгибаем и отводим плечи. Делаем так 10 раз. Раз мы опять на 30 секунд застреваем. Итак, сделали. И теперь у нас как раз таки из этого положения будет переливаться в другое упражнение. Мы вот в такое положение садимся и начинаем делать вот так вот. Тоже разогреваем нашу спину. Делаем его 5 раз, как раз таки то, что я и сделала. Дальше мы даем немножко спинке отдохнуть и ложимся в позу младенца. Если надо, можете подышать. Ну, а мы переходим к следующему упражнению. Встаем в планку. Одну ногу сгибаем, вторую ногу сгибаем. При этом в коленях у нас 90 градусов. Так мы делаем 10 раз. Так, закончили. Делаем
вдох, выдох. Немножко прокручиваем плечи, вот если они у вас немножко заболели. У меня не заболели. И переходим к следующему упражнению. Мы ложимся. Держим руки впереди. Поднимаем как бы лодочку, можно с ногами. Только у нас руки вот здесь. Итак, поехали. Делаем 10 раз. Закончили. Также для следующего упражнения нам понадобится немножко места. Мы берем правую руку и левую ногу поднимаем одновременно. Я думаю, у меня это сейчас не очень получится, но постараюсь это сделать и правильно вам показать. И другой ногой. Сделали. Встали в свечку. И потом сразу в позу ложимся. И вот и вся легкая тренировка. Ну, почти на все тело, но больше, думаю, на спину и на немножко пресс и на ягодичные мышцы. В целом, эта тренировка легкая, но если вы каждый день будете делать утром, то, естественно, она будет становиться легче и легче, поэтому можно придумать новые задания для себя и новые цели. Всем спасибо за просмотр, не забывайте подписываться на мой канал и ставить лайки. Всем пока-пока!